С вами снова Андрей Даунец и Анаколий Николай Грибучий Негодяй. А еще с нами здесь сзади стантовая мразь. Кстати, мы ее на каждом стриме заводили. Нет, не на каждом. На первом не заводили, обманул вас. Но на вторых двух мы ее заводили. Стримы я, кстати, выложу сегодня на игровой канал. Так что можете их там посмотреть. А сейчас мы специально для вас заведем стантовую мразь еще раз. Но по стенам стантить не будем. Смотрите и учитесь, парни. Голая пятка, вот она. Видите пальцы? Берем так и кикуем нахрен. Опа! Пошла жара! Ах, надо прогреть, стойте. Непрогретый аппарат без подсоса. Сейчас прогреется чуть-чуть, и тогда мы сможем проехаться. Давай, грейся. Грейся, маразота. О! Ну, в общем, вот, завели мы для вас мразоту, она здесь надымила, навоняла, я аж прочихался и просопливился. Ну, в общем, дело-то в чем? Зачем мы снимаем этот видос? А дело в том, что мы должны этот мопед все-таки кому-то отдать после трех стримов. И сегодня великий рандом будет определять, кто же все-таки победитель. Как мы уже и говорили, победитель будет выбираться из списка тех, кто задонатил 50 рублей. Ну, там были те, кто 49 задонатил, это я тупанул, поставил так. Но это ничего страшного. И еще до стримов, там много человек, по-моему, задонатило до стримов, как только я видос о розыгрыше выложил. Но не волнуйтесь, ребята, вы тоже войдете в этот список. Короче, сейчас прямо у вас на глазах Николай сидит, грустит сзади, парень задолбал. Ты будешь снимать, понял, как я управляю компьютером? И мы выбираем победителя. Ну что ты снимаешь? Челка тебе ботанская. Челка ботанская — это норма. Короче, вот я так тут прилег, чтобы меня сразу было видно и нормально было видно монитор. Смотрите, ребята. Ах, не могу, как же неудобно так управлять. Он, короче, рыло свое убираю, Колян снимает монитор. Ну и я буду рукой там тыкать. Берем, заходим в мою панель управления, вот здесь вот, да. Сейчас она открывается такая. Ну, блин, сельский интернет грузит 2 дня. Короче, вот так. Где здесь? Мои пожертвования. Вот это вот, то, что вы сейчас видите, 39 тысяч, это всего, это не вот за стрим, а так за 3 стрим вышло чуть-чуть меньше 30 тысяч. Так, ну, короче, выбираем вот за 7 дней, то есть видос я выложил где-то 24-го, сейчас у нас 30-е число, покажи, Коля. Да видно там, куда ты приближаешь. 30-е число, 30 минус 7, 23, короче, даже еще до этого видоса. Вот, здесь идут все, там списочек вот так прям идет за 7 дней все, кто донатил. Вот, видите, здесь имена ваши, здесь сколько задонатил, здесь ссылочки ваши и все в этом роде. Ну и вот, теперь мы берем, чтобы было удобно, здесь вот цифры какие-то нелепые стоят, я сам не знаю, зачем так сделано. Нажмали экспорт в этом XLS таблице, это у нас получается Microsoft Office Excel, программа такая. Скачиваем. И все. Все, кто... Ой, да, открывайте. Все. Все, кто задонатил, у нас в этом списке. И вот здесь нормально цифры показывают. Все, можешь выбрать, победитель будет по этим цифрам. Список вот прям так же сделан, как и был, как все донатили. И в итоге получается вот с 23 числа, вот первая ссылочка прям пошла, первый номер, 658 человек задонатило, офигеть просто. Ну вот и все, списочек у нас есть. Теперь мы с Коляном ищем какой-нибудь сайт, на котором можно выбрать рандомное число. Я не знаю, какой из них удобнее. Сейчас первый раз будем заходить и смотреть, какие есть сайтики. Так, ну вот мы и нашли сайтик здесь один. Вот я только что в него заходил, посмотрел. Прям первый сайт, который понравился мне. Нормально, здесь все видно для вас. Значит, 658 человек. Здесь, видимо, мы вбиваем от 1 до 658. Все правильно? Надо еще раз перепроверить, а то я кого-нибудь обману. И нажимаем «Сгенерировать». 591. Сейчас мы идем по списочку и смотрим, кто у нас под номером 591. Так. Блин, не вижу ни хрена, камера мешает. Так. Мы нашли победителя, и его зовут Джопа. Так, ну теперь мы переходим, так, берем его ссылочку, вставляем в браузер
и пытаемся с ним связаться. Так, вот так. Enter. Победил у нас Георгий Алешин из города Москва. Вы прикиньте, пацаны. Блин, а вот это совпадение, нахрен. Чел живет в Москве. Ну, может быть, он, конечно, не в Москве живет. Я не знаю, у него ВКонтакте написано, что он живет в Москве. А может, он и не в Москве живет. Короче, Георгий Алешин, сейчас мы будем с тобой связываться прямо на видео. И я надеюсь, ты будешь доволен тем, что ты победил. Ты выиграл гребаную стантовую мразь! Конечно, я вообще угораю, вот вы понимаете? Сейчас пацан где-то там что-то делает и просто не одупляет, что мы сейчас сидим и тупо вдупляем, что он выиграл стантовую мразь, которая стоит сзади нас. Давайте посмотрим. Вот эта вот фотография, это просто нечто, что здесь происходит. Короче, я желаю тебе, чтобы вот стантовая мразь у тебя точно так же подорвалась нахрен. Сними про это видос, там прыгни куда-нибудь в реку на ней и все такое. В общем, погнали писать тебе. Так, отправляем сообщение Георгию Алешину. Пишем. Здравствуй, Георгий. Я... думаю, ты знаешь, зачем я тебе написал. Все. Короче, теперь... Ну, Колян, ну сними ты мою рыло, я сейчас прочихаюсь. Короче, теперь ждем, пока он нам ответит. Надеюсь, он зайдет в контакт. Он сегодня заходил в 13:20, я вижу здесь. Зайдет, ответит и продолжим видос. В общем, ладно, пока Георгий ВКонтакт заходить не собирается. Но нас, ребята, вчера на стриме очень сильно просили выложить видос как можно скорее. То есть вручение мопеда снять отдельно и выложить тогда, когда мы его вручим. А розыгрыш выложить побыстрее, чтобы все уже знали наконец, кто победил, а кто нет. В общем, поэтому мы на этом видос пока заканчиваем. Всем огромное спасибо, ребята, за то, что участвовали, за то, что смотрели, за то, что поддерживали. Не печальтесь, если вы не победили, я думаю, будет еще много у нас розыгрышей, так что у всех будет еще шанс поучаствовать и выиграть что-нибудь. Ну а с вами был Андрей Скутерец, ждите видос со вручения этого мопеда, кстати, походу мы его сможем вручить лично, раз человек живет в Москве, мы пока еще точно не знаем, потому что он нам не ответил. В общем, спасибо еще раз всем огромное, ребята, скоро будут дикие видосы, подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока! Пока!